Добрый день, мои друзья, добрый день. Всех приветствую на своем канале Татьяна Татьянин День. И сегодня хочу приготовить вот такие стейки из рыбки в зубатках. Чтобы приготовить эту рыбку, надо первым делом ее разморозить. И разморозить ее надо в естественном вот таком состоянии, как вот она лежит. Не надо допускать, чтобы какой-то там водой, в горячей воде ее размораживать. Нет, не надо. Надо дать ей время разморозиться. У нее очень вкусное мясо, хотя оно мягкое такое, рыхлое, не так, как вот у ментая или трески. Нет, она не такая, она мягкая. Бывает даже такой казус, что на сковороде ее потом даже не находят, когда начинают ее обжаривать, она вся расплывается, и, в принципе, рыбы-то и нет. Ну, чтобы ее приготовить, надо ее разморозить. Разморозить и снять вот этот жирный слой. Чешуи рыба не имеет, а снять вот этот жирный, желтый вот этот вот налет рыбы. Вот она даже, видно, жир. Рыба плавает глубоко в холодных водах. Это где-то, ну, скалистый грунт, водоросли там. Плавает она на глубине где-то 300-600 метров. Она сама по себе очень большая, крупная рыба. В длину она вырастает где-то от метра до полутора метров. А если вы видели фото этой рыбы, то вообще ужаснетесь. Это страшная рыба. У нее тело похоже на мурену, а голова, ну, я не знаю на кого. У нее впереди очень большие здоровые зубы. А почему зубы? Зубы ей даны для того, что она вот ракушки, моллюски раскусывает этими зубами, отдирает их от скал, которые прилипли. Этим она и питается. У нее максимальный вес, она где-то 30 килограмм имеет вес. Здоровая, здоровая рыбина. А вот мясо, мякоть вот этой рыбки, очень вкусная, нежная, она жирная, даже слегка сладковатая. И она практически не имеет костей, у нее только вот идет вот хребет в основном здесь есть. Очень много витаминов, источник витамина А, то, что нам очень полезно. Легко мясо вот этой рыбки усваивается нашим организмом. Она даже считается как диетическое мясо. Минералов очень много. И натрий, и кальций, и калий, и железо. Она очень богата белком. Ну вот этим сейчас займусь. Пока будем размораживать. Пока вот наш кусок рыбы совсем не разморозился, ее лучше почистить вот в таком виде. Для этого я беру вот чайную ложку и просто вот по шкурке вот это все сгребаю. Вот это все надо счистить с рыбы. Пусть это неприятно выглядит, но это делать надо. Но у нее шкурка очень толстая, вот эта кожа. И где-то я читала, что даже вот из этой шкуры, вот этой зубатки, из-за того, что она толстая, шьют сумочки. Ну, не знаю, насколько это правда. Ну, я сейчас снимаю вот эту пленку снутри. Вот она, пленочка. Ее тоже надо все удалить. Долгозатратно, конечно, это разморозить рыбу. Если вы хотите рыбку приготовить к обеду, то вам ее надо размораживать, где-то на ночь ставить. Чтобы вот эта вся влага с нее ушла. Она так-то сама по себе рыба мягкая, а если еще вот эта влага, которая в ней, это будет долго. Ну, рыбка моя уже практически разморозилась, она стала мягкой. А дальше я буду готовить соус для этой рыбки. У меня вот есть сметана. Добавляю зелень. Все помешаем. Рыбу я не солю, а я добавлю соевый соус. Чуть-чуть. Все это надо поперчить, добавить перчику.
И сюда добавлю зернистую горчицу. Вот 2 ложечки. Специи для рыбы. Некоторые добавляют в рыбу чеснок. Ну, давайте, у меня сушеный есть, измельченный чесночок. Добавлю чуть-чуть. Вот, чесночка. Такой чеснок сушеный, измельченный. Все, это вот будет моя заправка к рыбе. Готовить буду на противне. В духовке. Духовка у меня уже греется. А подушку сделаю из овощей. Это мой противень. Здесь и фасоль, и морковь, и тыква. Вот оранжевая, это может быть даже и тыква просто. И перец есть красный, болгарский. Все, что необходимо, здесь есть. Беру стейк рыбы. Намазываю нашим соусом. Вот так. Чтобы со всех сторон был промазан. И кладу на овощи. Опа. Так. И верхушечку тоже так. Ну и второй кусочек точно так же. Чтобы со всех сторон была пропиточка. Так, переворачиваю, опа, так, хвостики заправляю сюда, пусть рыбка пропитается, постоит минут 10, наверное, 15. И отправляю в духовку. К рыбе очень хорошо идет лимончик. Но не все любят много кислоты. А так как у нас там соевый соус, он все-таки свою дает кислинку. Поэтому много я не буду. Так, полью лимончиком. И просто так обложу, как могу. Единственный штрих еще и добавлю. Это кунжут. Духовка разогрета, рыбка подготовлена. Отправляем ее печься. А запекать я ее буду, так как стейки большие, стейки довольно-таки крупные. Запекать я буду, ну, минут 30-40 точно. И отправляем рыбку. Друзья, ну вот прошло время, вытащила я свою рыбу из духовки. Смотрите, какая она получилась. Овощи все пропарились, соответственно. Ну и рыбка. Она твердая, она не раскисла. Она имеет плотную такую свою структуру. Сейчас я ее положу на тарелочку и попробую. Ну вот, давайте пробовать. Пробую рыбку. Она прям тает во рту. Рыбка прям тает во рту. Вот эта горчица, которая у меня добавлена в соус, вообще такую пикантность придает. Смотрите, какое мясо. Белейшее мясо. Нежное, мягкое, никакой косточки здесь нет. Очень вкусно. Ребята, рыба это недорогая, поэтому готовьте, берите смело, не бойтесь, можно все приготовить. Тем более это вкусно и полезно. Молодец я. Кто молодец? Я молодец. Ну, всем пока-пока. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте рыбу. Подписывайтесь на канал.
ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. С вами Татьяна, канал Татьянин День.